Вопрос об обращении губернатора с инициативой установить предельный индекс роста тарифов, превышающий индекс по области, перенесли на вторник 20 октября. С таким предложением выступил Евгений Михеев. Накануне на заседании фракции «Единая Россия» депутаты не смогли прийти к единому решению. Дебаты по третьему вопросу, касающиеся установления предельного индекса, превышающего индекс по Нижегородской области, нам увеличено более отклонения. Был действительно очень бурный дебат, более 2 часов мы совещались, и у фракции не сложилось единого решения. В связи с этим фракция решила перенести данный вопрос до прояснения дополнительных обстоятельств, после которых мы могли принять консолидированное единое решение. Решение по этому вопросу должны направить до 20 октября включительно. Также депутаты обсудили формирование думских комитетов, которые будут подробно разбирать вопросы той или иной сферы жизни города. Предлагалось от 2 до 5 комитетов. В итоге остановились на 4. Это плановый бюджетный, по экономике, промышленности и развитию предпринимательства, по городскому хозяйству и градостроительству, по социальным вопросам. Также народные избранники проголосовали за 3 кандидатов, которые будут входить в состав комиссии по выбору главы города. Депутатская фракция «Единая Россия» рассматривает данный вопрос. При выборе кандидатур мы рассматривали именно профессиональные компетенции, которые действительно помогут правильно оценить конкурсные комиссии, полноценных документов, поданных кандидатами. Фракции «Единая Россия» были выдвинуты 3 кандидатуры по алфавиту. Это Михеев Евгений Михайлович, являясь начальником отдела подбора и комплектования персонала. Старый Немчинов Андрей Сергеевич, он является главным специалистом отдела по взаимодействию с органами государственной власти с местным самоуправлением. И Старостина Ирина Николаевна, директор департамента социальной политики. Председателем Думы предложили назначить Антона Ульянова. Напомним, вопрос с выбором представителей властных структур решится в начале ноября. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.